Всем доброе утро! Сегодня у нас 20-й день онлайн-марафона «Способность жить, действовать и творить осознанно». И мы с вами за этот марафон делали практику «Я люблю себя». Вчера мы с вами делали практику «Я благодарю тебя». И углубляясь в тему, знаете, да, что я, в общем-то, делаю много раскопок и преподаю и бар, и тэхилинг, и все остальное. Тема именно трансформации, пробуждения — это и сознание, тема моя тема. И я осознала, что наши все препятствия, блоки в жизни, неспособность и создавать здоровое тело, неспособность, может быть, выстраивать наилучшие, наивысшие отношения и неспособность самореализовываться и творить осознанно кроется в глубокой, древней прям обиде на Бога, на все, что есть. Поэтому сегодня, как бы это ни было странно, мы будем прощать Бога, потому что где-то глубоко в душе, бессознательном коллективном, лежит абсолютная уверенность и программа, и чувство, что во всем виноват Бог. Это Он неправильно создал мир, меня, людей, обстоятельства и так далее. Хотя Бог, в понимании нашем, безусловно, любит. И здесь возникает внутренний конфликт, непонимание, недоразумение и просто такой, знаете, коллапс в глубине, в бессознательном. Поэтому сегодня мы будем глубоко прощать Бога и прощать себя. Мы будем проговаривать «Я прощаю тебя». Я прощаю себя. И когда мы говорим «прощаю тебя», мы будем иметь все, всех и все. И самую-самую глубину всего, конечно же, это Бога, Творца, саму жизнь. И самих себя, само собой разумеется, потому что мы и являемся жизнью на глубоких уровнях. Поэтому сейчас усаживаемся комфортно. Руки, ноги не перекрещиваем, как всегда. Для тех из вас, кто воссоединены, можете включить ваши руки и настроиться на весь совершенно диапазон воссоединительных частот. И все остальные представьте, увидите, как вы зашли через зазор, сознание раскрылось, и вы окунулись в безграничное поле энергии, света и информации. И все, чем вы являетесь, тут же начало настраиваться на совершенство во все, что есть, на саму жизнь, на энергию, свет, информацию. Давайте мы сейчас выразим намерение, чтобы практика случилась глубинно, до самой-самой-самой глубины подсознания, бессознательного, и в полной степени с корнем, с семенами вытащила из каждого из нас, проявилось это освобождение всех тех глубоких первых самых семян и последующих, которые посеяли обиду на жизнь, на судьбу, на Бога, на себя, на все, что есть. И, безусловно, чтобы выросли новые ростки любви и благодарности. А сейчас давайте почувствуем и расслабим наше тело. Почувствуйте и расслабьте стопы ног, икры, колени. Почувствуйте и расслабьте живот, грудь, плечи, руки, шею и голову. Почувствуйте и расслабьте продолговатый мозг, мозжечок. Почувствуйте и расслабьте лицо. Кожу. Мышцы. Скелет. Почувствуйте и расслабьте каждую клеточку тела. Каждую фибру души. Почувствуйте, ощутите, воспримите, осознайте энергию, пространство, объем внутри тела и снаружи. Ощутите, воспримите пространство всего, что есть.
безграничность, вечность и бесконечность. Еще раз почувствуйте и расслабьте все ваше тело. И видим, чувствуем, знаем, ощущаем, как с каждым вдохом и выдохом, с каждым моим словом, с каждым мгновением ваше тело все больше и больше расслабляется, отпускает напряжение. Мозг расслабляется и погружается в глубокое тета-дельта. При этом ясность и осознанность сознания. Прямо сейчас фокус внимания в центре груди. И мы погружаемся в священное пространство нашего сердца. И воспринимаем безусловную любовь нашего сердца. Сливаемся с божественным огнем и погружаемся глубже, глубже, глубже. Видим, чувствуем, ощущаем объем, энергию, пространство нашего сердца. И видим, как оно расширяется и сливается с сердцем Матушки Земли, с сердцем самой жизни, с единым сердцем. Еще. Более глубокое тета. Еще более глубокое дельта. Вечность, бесконечность. Безграничное бытие, сознание, блаженство. Великая пустота. Звенящая тишина. Пространство безусловной любви. Ультравеликая реальность. Поле на любой точке. Воспримите себя чистым сознанием и осознанием, чистый лист. Нет никого, ничего. Есть наблюдатель и есть ваш голос, мой голос, ваша мысль. И мы начинаем практику. Я прощаю тебя. Я прощаю себя. И, возможно, будут всплывать какие-то мысли, какие-то чувства, какие-то заряды, какая-то память. Просто наблюдайте из чистого листа, как это тут же преобразуется. И давайте, чтобы процесс пошел глубже, я все же включу бары с вашего согласия. Полоса имплантов, полоса имплантов, полоса имплантов. Время, пространство, коммуникация. Время, пространство, коммуникация. Время, пространство, коммуникация. Радость, печаль, тело, сексуальность, исцеление. Радость, печаль, тело, сексуальность, исцеление. Радость, печаль, тело, сексуальность, исцеление. Мир и спокойствие, доброта, благодарность,
мир и спокойствие, доброта, благодарность, мир и спокойствие, доброта, благодарность, деньги, контроль и созидание, деньги, контроль и созидание, деньги, контроль, созидание, созидание, создание связей, создание жизненных форм, созидание, создание связей, создание жизненных форм, созидание, создание связей, создание жизненных форм, формы и структуры, надежды и мечты, контроль восприятия, соединяющий бар, формы и структуры, надежды и мечты, контроль восприятия, соединяющий бар. Тостер старения, тостер старения, тостер старения. Круг манифестации, круг манифестации, круг манифестации. Точка создания, точка разрушения, клеточная память лучей, поденпок, поденпок, поденпок. И мы продолжаем. Мантру «Я прощаю тебя». Я прощаю себя. Я прощаю тебя. Я прощаю себя. И в промежутках между словами вспоминайте, окунайтесь в ту память, в те личины, в те заряды, в те реакции, где у вас есть обида. В основном это в сердце, хотя обида может копиться и быть записана в любой части тела. Поэтому просто фокусируйтесь на себя максимально, осознавайте, чувствуйте и видите, как это тут же преобразуется. Я прощаю тебя. Я прощаю себя. Я прощаю тебя. Прости меня. 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 Я прощаю тебя. Прости меня.
Я прощаю тебя. Прости меня. Я прощаю тебя. Прости меня. Я прощаю тебя. Прости меня. Я прощаю тебя. Прости меня. Я прощаю тебя. Прости меня. Я прощаю тебя. Прости меня. Я прощаю тебя. Прости меня. Я прощаю тебя. Прости меня. Я прощаю тебя. Прости меня. Я прощаю тебя. Прости меня. Я прощаю тебя. Прости меня. Я прощаю тебя. Прости меня. Я прощаю тебя. Прости меня. Я прощаю тебя. Прости меня. Я прощаю тебя. Прости меня. Я прощаю тебя. Прости меня. Я прощаю тебя. Прости меня. Я прощаю тебя. Прости меня.
Я прощаю тебя. Прости меня. Я прощаю тебя. Прости меня. Я прощаю тебя. Прости меня. Я прощаю тебя. Прости меня. Я прощаю тебя. Прости меня. Я прощаю тебя. Прости меня. Я прощаю тебя. Прости меня. Я прощаю тебя. Прости меня. Я прощаю тебя. Прости меня. Я прощаю тебя. Прости меня. Я прощаю тебя. Прости меня. Я прощаю тебя. Прости меня. Я прощаю тебя. Прости меня. Я прощаю тебя. Прости меня. Я прощаю тебя. Прости меня. Я прощаю тебя. Прости меня. Я прощаю тебя. Прости меня. Я прощаю тебя. Прости меня.
Я прощаю тебя. Прости меня. Я прощаю тебя. Прости меня. Я прощаю тебя. Прости меня. Я прощаю тебя. Прости меня. Я прощаю тебя. Прости меня. Я прощаю тебя. Прости меня. Я прощаю тебя. Прости меня. Я прощаю тебя. Прости меня. Я прощаю тебя. Прости меня. Я прощаю тебя. Прости меня. Я прощаю тебя. Прости меня. Я прощаю тебя. Прости меня. Я прощаю тебя. Прости меня. Я прощаю тебя. Прости меня. Я прощаю тебя. Прости меня. Я прощаю тебя. Прости меня. Я прощаю тебя. Прости меня.
Я прощаю тебя. Прости меня. Я прощаю тебя. Прости меня. Я прощаю тебя. Прости меня. Я прощаю тебя. Прости меня. Я прощаю себя. И сейчас возвращаемся в центр, здесь и сейчас. Тело. И выражаем благодарность и признательность за весь процесс, за все осознания, за все освобождение, преображение. Безграничная признательность и благодарность, полная многомерная интеграция и синхронизация, и сознанием мы опускаемся в самый центр Земли, в самое-самое ядро Земли, в самое сердце Матушки Земли, выражаем благодарность и формируем сознанием энергию кундалини Земли в огромный шар и поднимаем этот шар выше, 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 к поверхности Земли, через стопы ног, через все тело, до коронного центра. Выражаем благодарность Отцу Небесному, Творцу, Богу, самой жизни. И открываем глазки. На этом мы с вами завершили практику. Дайте мне, пожалуйста, обратную связь. Да, ее можно делать и 21 день, и какое-то другое количество дней, либо 40, либо 60, либо 90, как вам пожелаете, как вы будете чувствовать, какой у вас будет отклик, либо тогда, когда у вас есть ощущение, что всплывает обида. Обида на жизнь, на Бога, на все, на всех, на себя, может быть. И на самом деле любая обида — это обида на саму жизнь, на все, что есть. На Бога, как я сказала уже. Поэтому практику можно делать, она очень полезна, стоит делать и освобождаться, чтобы жить по полной, чтобы реально творить и быть единым с Богом-творцом, быть осознанным, быть чистым, прозрачным, легким, счастливым. И я вам этого всего желаю. Всем безграничная благодарность и признательность. И до скорых встреч. С вами была Татьяна Буденко.